Аллаху хиббу сабирин. Поистине Всевышний Аллах любит тех людей, которые проявляют терпение на пути Всевышнего Аллаха. Аллах любит терпеливых людей. Что такое терпение? وَمَعْنَاهُ تَجَرُّعُ الْمَرَارَةِ وَكَظْمُ الشَّكْوَةِ. То есть это смысл самого терпения. Что такое терпение? То у него такой смысл. Испить глоток горечи, когда на нас приходит беда, вот эту беду проглотить и воздержаться от жалоб, чтобы мы кому-либо не жаловались. Вот это называется терпение. Если вот этого в нас нету, то это не терпение. И само терпение, оно когда приходит? Когда оно проявляется, само терпение? Как в хадисе говорится, «Инда садматил ууля». При первом же потрясении, когда человек проявляет терпение. Про этих людей Аллах говорит в Коране, когда их коснется беда или несчастье, то они говорят, «Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун». Вот как только беда нас коснулась, то мы произносим именно вот эти слова. Вот эти люди, они и считаются теми людьми, которые проявляют терпение с первых же секунд, как беда настигла их. Вот этих людей Аллах Тааля в Коране говорит, «Инна Аллаха юхиббу сабирин». Аллах любит терпеливых людей.